Всем здорово, ребят. Ну что, у нас открылся сегодня смотр, и мы будем пробовать его убить. Посмотрим, сможем ли мы дальше затащить. Срывается он, я говорил, я сегодня потестирую варианты с ремкой сразу на космо. То есть посмотреть, сможем ли мы, если сразу зайдем в бой с ремочкой, обезопасить весь свой состав. Так, плюшки это HG. Поехали, также заберем. Там я чарки не менял. Ну что там, Ладай? Нет. Что-то он долго-долго он догоняет. Так. Плюшки, плюшки, плюшки. Хватайку зайдем, заберем. Настолка, хватайка, блин, просто жесть. Почему нету, блин, настолки на русском сервере? Обалденная ведь халява. Вот 1000 камней. Лешер Стейс, Кетчи Прайс. Ну, по сути, мне эти все плюхи уже не нужны. У меня уже аккаунт укомплектован по максимуму. Вот 15 токенов получили. Но могу вот такие вот плюхи забрать. Вот посмотрите, Камик Рок 6 штучек для прокачки. А 13 скилл это фактически без доната, ребят. Вот это кайф. Но самое интересное, только на русском сервере есть Парящий остров. Ледяха затащит. Так, отлично. Так, что за 1200 жахнем? Варлок, орк, стрелок и варлок. Космо, пожалуйста, просто, блин, просто налегке. Чё так у меня не пало на сервере? Дали Атланта, а не космо. Так, окей. А, чё там у нас ещё? Ну, вроде с этими акциями всеми поразбирались. Поехали. Так, это я не могу забирать. Поехали смотреть героев на смотра. Кто-то 7 даже набил. Такс. Наш состав вот такой вот был. Единственное, мы сейчас на космо поставим все-таки ремочку. Загляну еще по питомцам. Сели с питомцами. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все с питомцами. На космо мы поставим с вами ремку. Вот у меня есть ремка. Эмблемой поставим ПДшку. Вот так вот будет у нас. Поехали. Сразу стартуем. Давайте стартуем с космо. Выкидываем всех. Но видите, все-таки он бьет, блин. Ну, попробуем такой вариант. Посмотрим, сколько мы сможем набить. Но уже получше, то есть мы не сливаемся сразу. Ну, как видите, он сразу же автопрокает. Ну, а так, в принципе, довольно-таки неплохо, я считаю. А, еще вариант есть поставить сюда питомцев, которые... Ну, хотя, в принципе, он все равно бьет процентуально, тут без разницы. Он бьет 80% от жизни. Но ремочный вариант, посмотрите.
вполне даже неплохо. Ремка плюс подашка. Но по-любому вам нужен тут будет гаргул для отхила дополнительного и куча подашек. Без этого никак. Единственное, с чарками надо еще разбираться, смотреть на кого что поставить, чтобы дополнительно был урон. Там у нас, по-моему, на Фрейе или на ком, я не помню, стоит дополнительная утекаха, а не доспех. Неплохо. То есть шанс... Куда ты слился, блин? Ай! Видите, слили у нас все-таки кого-то. Но все равно держимся. Пока держимся, ребят. Посмотрим на второй заход. Блин, жалко, Хрона слили. Завтра уже с вами надо будет попробовать поставить чары на урон, если нормально сейчас будет второй заходик. То есть ремочный вариант нас устраивает на космо. Значит, все good. Но опять же, тут вопросы к высадке, и это рандомчик. Поэтому на 100% результат надеяться, конечно же, не стоит, но надо к этому стремиться. В принципе, продержались все 3 минуты. Сказал, только продержались все 3 минуты, и сразу же космо просто слетел. Жесть. Но все равно, то есть мы улучшили наш результат. 458. Так, ну не так уж и много урона, я вам скажу. Попробуем такой вариант, выпустили изначально Зефира, он заблочил, надо было ближе его выпускать, чтобы доспех доставал, а потом космо. В принципе, как видите, он походу не бежит даже, а не, все переагрился теперь. Или нет? Вот, смотрите. Мы, получается, его заагрили на Зефира издали и заблочили здесь космо и всеми остальными. Надо будет попробовать все-таки еще вариант замедления поставить. Но сейчас он вообще не бьет. Самое интересное. То есть нету от него удара. Значит, пробуем все-таки ставить замедление. Может, оно, в принципе, и не надо, но... Посмотрите, он процентуально еще ни разу не ударил. То есть кидаем Зефира, а потом космо сзади. Причем ремочного, чтобы он сразу включился. Неплохо, я вам скажу. Вообще огонь. То есть, по сути, он даже не успевает добежать.
Вот один раз ударил. Так, ну что, мы убили уже 6. В топе ребята уже 7-1 набил. 480, 460. Но мы вчера профейлили попытки. Окей, поехали. Поехали еще разок попробуем этот же вариант. То есть кидаем вот так. Только он его заблочил, сразу всех, начиная с космо, пробуем. То есть, соответственно, он, получается, не добегает до цели, на которую загрелся. Точно так же, как мы раньше с архидемоном. То есть, тактика, по сути, архи с замедлением у нас когда-то был. Мы его замедляли, чтобы он не добежал и не включился. Вот то же самое, в принципе, и здесь. В принципе, работает. Теперь можно работать над уроном, ставить больше урона. Ну, опять же, надо иметь зефира. Не у всех он есть. Других вариантов пока. Можно, в принципе, пробовать агрить точно так же на космо. Может, попробуем на космо поагрить. Вот, смотрите, опять, блин, слил. Все-таки слил. Если он слил уже космо, то он сейчас всех посливает. Ну, срывается, конечно же. Ничего тут не сделаешь. Все, добежал. Добежал и начал включаться. Но все равно тактика нормальная. То есть, раз на раз, конечно, не приходится, но работает. Реально работает. Будем пробовать завтра этот же вариант. Только единственное, я подоставляю некоторым героям еще дополнительно урон. Так, хорошенько, хорошо, хорошо. И что у нас получилось? 5261. Точнее, 6261. Ну, в топ. Я не знаю, мы там зайдем, не зайдем. Посмотрим потом. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.